Заказать, проще говоря. В этом смысле, да, что у нас просто станет меньше денег, то есть экономическая безопасность зданий всего холдинга окажется под угрозой, поэтому сейчас все это немножко делается изящнее, не так, как 20 лет назад или 10. Когда этот серьезный джентльмен родился, его мама преподавала математику, а папа работал журналистом. Поэтому после школы молодой человек пошел учиться на мехмат, а потом посвятил себя журналистике. Буйная голова романтика-идеалиста Евгения никогда не давала покоя властям. В 20 лет он отсидел под следствием год в Лефортово за распространение Булгакова, Льва Гумилева, наркотиков, хулиганство и разбой. В 30 за серию репортажей о проституции был назван лучшим журналистом года. А после, работая в программе «Взгляд», открыл стране Невзорова, привел на телевидение Эрнста, выпускал дерзкую бесшабашную газету «Новый взгляд», написал несколько книг, одна из которых даже стала бестселлером во Франции. Представьте себе, что вдруг со стены у вас спустился портрет, сел к вам в комнату и начал разговаривать. Я немножко кривлю душой, но лишь немножко именно такое я испытал ощущение, когда к нам в издательский дом Родионова пришел Евгений Юрьевич Доудалев. Слава, перестройка и хмельной воздух его сумасшедшей молодости теперь уже часть истории прошлого века. Он вернулся из Америки, где некоторое время издавал русскоязычный «Новый взгляд», а его нынешние будни посвящены журналу «Карьера». Доудалев — главный редактор. И то, что его статус и положение не являются космическими высотами бизнеса, в наше время говорит о нем в первую очередь как о человеке порядочном. Скажи мне такую вещь, вы когда вот пары публикуете на обложке, вы это делаете для того, чтобы привлечь женскую аудиторию, или на самом деле карьера мужа чаще всего зависит от жены? Поскольку у нас задача к концу года выйти на кабрендинг с очень известным американским изданием, я не могу, так сказать, как бы раньше времени, до того, как подписаны документы. Это вот сейчас модное слово было, кабрендинг, я просто Ну вот у нас, допустим, в нашем холдинге профиль, у них это делается совместно с Business Week. То есть это профиль Business Week, там карьера тоже с деловым изданием. С 2005 года будет. Это американское или английское издание? Это американское издание, да, это американское издание. Вот, и по как бы концепции делового издания на обложке должны быть только бизнесмены. А хочется ведь хочется красивых людей, девушек. Конечно. Вот, ну, допустим, вот у нас была Елена Ханга на обложке, но она присутствовала исключительно как супруга господина... Уважаемого всеми бизнесмена. Да, Минтусова. Естественно. То есть формально мы публикуем интервью, беседу и портрет известного респектабельного бизнесмена. Но так случилось, что его жена работает на телевидении, ему ее лицо жена. Все знают. А скажи, я почему спрашиваю? Вот я как-то слышала про одного... очень известного мужчину, олигарха, жена сказала следующую вещь, что это мой самый удачный бизнес-проект. Она не публичная, она неизвестная, и она не олигарх. Ну, то, что... Это соответствует действительности? Это же старинная аксиома, что за каждым мужчиной стоит Правда, стоит то есть за самыми сильными, самыми успешными. Абсолютно точно. Я думаю, что гормон – это та сила, которая движет и бизнесом, и медиабизнесом в том числе. Абсолютно точно. А скажи, тогда вот, извини за бестактный вопрос, но я как бы не могу не воспользоваться случаем. Я, например, про тебя слышала, что ты женился на... Это помешало карьере или это, наоборот, помогло ей? Противостояние? Да нет. Как-то это как-то было вот по периферии, особо, в общем, меня, в общем, на самом деле в глаза никто про это не спрашивает. Правда? Все выясняют. Ну, да. Я всегда, знаешь, удивляюсь, вот я жду, как журналист журналистов, я же тоже думаю над интервью, почему нельзя задавать такие вопросы? Но я же тебя не обижаю, ты можешь мне сказать, Инна, это некорректно, и я тогда замолчу. Пожухла листва, и, может, права людская молва, и все только сон,
Гарсон номер два. Вот стол, где я пил, вот виски со льдом. Напиток стал быль, стол сдали в музей. А вот за стеклом мумии всех моих близких друзей. А я только встал на 5 минут купить сигарет. Я вышел пройтись в латинский квартал, свернул с Кемден-Лок на Невский с Тверской. Я вышел духовно, обернулся мирской, но мог бы пропасть, а нет, не пропал. Так гарсон номер два, гарсон номер два, то разум горит, а то брежет едва, но мысль мертва, радость моя, а жизнь жива. И все это сон, гарсон номер два. Колокольный звон течет, как елей. Ох, моя душа, встань, помолись, ну что ж ты спешишь? А здесь тишина, иконы ветлов, ладан дышишь. А мне все равно, лишь бы тебе было светлей. Так гарсон номер два, гарсон номер два, на кладбище тишь, на наших гробах цветы да трава. И, похоже, права людская молва. И все только сон, гарсон номер два. А раз это сон, ну что ж ты стоишь, гарсон номер два.